Здравствуйте! В сегодняшнем небольшом видео хочу кратко поговорить о том, что же такое клейковина. Клейковина – это комплекс белков, содержащихся в злаковых растениях, пшенице, ржи и ячменя. Одним из основных белков является глютен. Клейковина была впервые выделена Якобо Бартоломео Беккари в 1728 году из муки. Средний человек употребляет от 10 до 40 граммов глютена в сутки. Большая часть потребления приходится на различные хлеб, макароны и хлебобулочные изделия, в которых глютен составляет от 10 до 15% сухого веса. Важно понимать, что клейковина – это не равно глютен. Глютен является одним из, самым большим по содержанию в клейковине белком. Клейковина – это комплекс белков. Как правило, глютен, который содержится в клейковине, является одним из основных улучшителей хлебопекарной муки. То есть с помощью глютена доводят муку до определенного состояния, который необходим для замеса того или иного хлебопекарного изделия. Как правило, большая часть улучшителей на рынке также состоит в основе своей из глютена. Клейковина и глютен отвечает за реологические свойства теста, то есть его растяжимость, его формоустойчивость, удержание газа внутри изделия. Поэтому большое содержание клейковины не всегда говорит о том, что эта мука хорошего качества. Также важно и само качество клейковины. Поэтому, как правило, малые объекты хлебопекарного отрасли могут позволить лишь себе тестовым путем определить, подходит ли им та или иная мука или нет. В то время как хлебозаводы и большие хлебопекарные предприятия, как правило, обладают лабораторией, которые четко могут сказать о том, какое же содержание глютена, клейковины в той или иной муке, для того, чтобы правильно рассчитать всю необходимую пропорцию ингредиентов или не закупать ту муку, которая не соответствует определенным критериям. Как правило, по клейковине есть отдельные написанные даже учебники, которые могут содержать там от 300 до 500 страниц, где подробно исследуется этот ингредиент, не ингредиент, а этот элемент пшеничной, ржаной и ячменной муки, где объяснены все его свойства. В комментариях к этому видео или в описании к этому видео я прикреплю ссылку на такой учебник. Для тех, кому интересно будет, он может очень подробно изучить, что же такое клейковина и что она из себя представляет. От себя хочу добавить, что на самом деле клейковина, и глютен в частности, является, наверное, краеугольным краем хлебопечения, и наличие качественного глютена в той или иной муке напрямую влияет на качество выпечки, которая будет производиться в том или ином предприятии. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по вопросу глютена и клейковины. Отдельное видео по глютену также есть на моем канале. Для тех, кто решил открыть пекарню полного цикла, переходите на сайт technologybp.ru, оставляйте заявку, мы обязательно вам перезвоним. Подписывайтесь на мой канал в YouTube «Как открыть пекарню», ставьте лайки, оставляйте вопросы в комментариях, я обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание, до новых встреч!